Между тем, в новом рейтинге Всемирного банка Doing Business Казахстан поднялся на 8 строчек по сравнению с прошлогодним результатом. Если в 2017-м республика находилась на 36-м месте, то в этом на 28-м. Казахстан занял лидирующую позицию в мире по защите инвесторов и по обеспечению исполнения контрактов. Также страна улучшила свои позиции по таким критериям, как открытие бизнеса, трансграничная торговля, выдача разрешения на строительство, подключение к электросетям и регистрация имущества. В отчете отмечается, что Казахстан упростил трансграничную торговлю после того, как ввел электронную систему таможенной декларации «Астана-1 ИИС» и сократил сборы за таможенное администрирование. Отметим, доклад «Doing Business» публикуется в 16-й раз. Исследования проводятся в 190 странах по 10 критериям регулирования предпринимательской деятельности. Крупные международные компании ориентируются на рейтинг Doing Business. Это один из рейтингов, на которые они смотрят, потому что этот рейтинг показывает, насколько страна готова и заинтересована в том, чтобы привлекать иностранные инвестиции для того, чтобы создавать климат, где малые и средние предприятия могут развиваться. И, ну, это, естественно, не единственный показатель, на который смотрят иностранные инвесторы.